Я рада всех поздравить, кто прошел достаточно длинный путь с нуля и до финиша и получил веб-версию игры. И, конечно же, наверняка у вас есть вопрос, а что дальше и вообще, что это было, да? Поэтому мы можем, кстати, вот здесь немножечко остался протокол, сейчас привести в порядок наш код. Все то, что закомментировано, то, что не нужно, мы берем и удаляем. Чистота кода, красота кода – это очень важная вещь. Пока мы работаем, можем писать все, что угодно, комментировать, не комментировать. Вот это вот у меня тоже был отладочный вывод. В принципе, можно его оставить, можно убрать. Вот эти вот части кода, в принципе, нам уже не нужны. Это все в консоль, а нам это совершенно не нужно. Вот эти вот строчки нам тоже не нужны. Ну, кому жаль, можно не удалять. Но чистота кода, как я уже говорила, это важная история, особенно когда мы работаем целой командой. А сейчас хорошие проекты разрабатываются целыми командами. Чистим код. Добавляем комментарии, если хочется что-то еще себе подчеркнуть, запомнить и заполнить. Ну, а сейчас, после того, когда у нас код чистый, кстати говоря, надо не забыть проверить функциональность. Вот смотрите, здесь как раз вот модуль Time тоже нам не нужен, мы его убрали, он не используется. Лучше лишний раз проверить, а вдруг случайно вы удалили что-то не то, тогда, возможно, вам придется делать undo. Но я уверена, что у меня все хорошо, но в заключение я еще должна сказать, что мы такое сделали. Мы с вами ознакомились с технологией создания веб-приложений, которые делаются в связке, которая называется Front-end и Back-end. И для того, чтобы все стало более красиво, с разными цветами, изображениями, размерами шрифтов, какими-то фонами и чем-то еще, мы в файлах шаблонов используем язык HTML, а также в связке с каскадными таблицами стилями, CSS язык, мы делаем часть, которая называется Front-end, то есть то, что видит пользователь в браузере. Это отдельная история, это веб-верстка, это очень много интересного, красивого, дизайнерского. То, что мы с вами сейчас изучали, больше относится к бэк-энд разработке, а именно к программированию логики. И именно этому мы уделяли больше внимания и использовали для этого язык программирования Python. И для того, чтобы усовершенствоваться в бэк-энд разработке и быть профессиональным программистом, изучайте самые разные языки программирования. Я также обязана просто поблагодарить нашего эксперта, с помощью которого этот курс был создан, апробирован. Мы его апробировали в 2020-2021 учебном году в Школе творческого программирования. И наш эксперт Олег Чубин, сейчас он работает в Wargaming, ранее он работал на SoftGames. Мы с ним познакомились именно там. Он нам, в принципе, был первым главным учителем. Вместе с ним мы постигали основы, вместе с ним мы узнали, что такое веб-разработка, что такое язык Python. Если вам потребуются готовые файлы, мы их разместим на нашем сайте Школы творческого программирования, а также в проекте iLead, где вы сможете все скачать, посмотреть, еще раз повторить. И в дальнейшем, я надеюсь, получится еще у нас новые уроки, но со временем, не сразу. Желаю еще раз всем творческих успехов, развивайтесь, ищите себя, делайте классные игры. Всем всего доброго!